Доброе утро, дорогие мои друзья. Ну вот, сегодня опять у нас навалило снега. Как будто вернулась зима. Я вчера буквально вам показывала, что у нас были проталины кругом, да? А теперь посмотрите, все в снегу. Все в снегу. Все деревья в снегу. И тут везде снег. Давайте посмотрим, что там у нас творится. Ну, правда, тепло. Тепло. Снега много, но тепло. Вот. Мне кажется, он быстро растает. Если такая будет погода стоять, то быстро растает. Синички мои все съели. Опять ждут подкрепления, корма. Надо будет им вынести. Видите, все заснежено. Как будто снова зима вернулась. Весь сад в снегу. Там вот лес весь в снегу. Не знаю, видно, не видно. Вокруг дома обошла, чтобы показать вам. Вчера тут еще была трава. А сейчас вот, пожалуйста, кругом лежит снег. Вот, все занесено. Вот. Вот такая у нас зима. То тепло, то оттепель, то снежок. Но уже все равно, уже весна скоро. Зима сдает свои права. Вот там сидит огромное количество соек. Я не знаю, наверное, не видно вам будет. Приблизить бы как-то. Много-много-много там на дереве сидит соек. Сейчас я попробую подойти ближе, если они меня не испугаются. На яблоне прямо. Просто их огромное количество. Так, вон они там. Надо будет фотоаппарат взять, приблизить. Я проберусь сквозь кусты. Тут старые яблоки, еще их много. Вон там их целая куча просто. Они не боятся меня. Ты мои хорошие. Смотрите, сколько их там. Их просто огромно. Клюют старые яблоки с дерева. Ой, уронил. Уронил яблоко. Не бойся, не бойся, я не обижу вас. Вот они такие хорошие. Их много-много-много этих соек. А вот тут воробушек или что это? Кто это, не знаю. Птиц тут очень много. Просыпайтесь, в общем, мои дорогие граждане. Птицы вовсю поют, весну чуют. Хорошего вам всем дня!